никому не нужный блог. 9 утра. Привожу в порядок Инстаграм. О, пупки всякие сделал. Ого. Мы отправимся в Пушкинский дом, музей литературы и Пушкинский дом. Будем брать интервью у крутых чуваков. Постараюсь запечатлеть это для вас. Девочки фотографируются, я гуляю. Иду я, значит, по стрелке Васильевского острова вдоль стен знаменитого института Отто, в котором мне доводится сейчас работать, трудиться, снимать образовательные фильмы. В общем, очень классное место. Если соберетесь планировать детей, обязательно приходите сюда. Тут самые крутые специалисты, самая древняя история и вообще приятное местечко. Хотя, естественно, пропитанное духом вот этого старой школы. Посмотрите за то, какая осень прекрасная, золотая. Листики. Что может быть прекрасней желтых листиков? Типа идем. Многие спрашивают, что ты там слушаешь постоянно в своих наушниках? А я не слушаю, я смотрю. Стараюсь быть в тренде. Слежу за молодежными композиторами. Пушкин, вон он, Пушкин, смотрите. Вот и он, Пушкинский дом. Грандиозные лестницы и все такое. Йоу-йоу-йоу. Я петушок. Сидит тут. На самом деле, вот там, за туманами, вот за этой кишочкой, самое интересное, рукописи Пушкина. Туда вообще практически невозможно попасть, снимать там нельзя. Белинский. Здесь 6-е лихачевские чтения происходят. Конференция, она трехдневная, выставка всех ребят. Вино торжества. Так, что я могу сказать? Все достаточно весело. Пушкинский дом, как всегда, поражает своими вечеринками. На самом деле размах просто гигантский. Мы с Михаилом Юрьевичем решили узаконить наши отношения. Нравится.